Всем привет! Вы на телеканале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю видео, которое называется My Little Pony Птица Феникс. Давайте начинать. Эй, подруга, ну что, пойдем гулять? Надо сейчас. Ты сказала, что надо принести свою игрушку? Ну, конечно же, надо. Вот я принесла эту. Вот я ее принесла, эту Луну. А я эту. Я не помню, как удобно. Так, дети, что вы тут делаете? Да. Искорка молодец. Ты сама уговорила пойти гулять, твою подругу. Ага. А вы думаете, моя дочь сама что не уговаривала вашу? Кажется, наши мамы немножко в ссоре. Ну, немножко. Надо их как-нибудь помирить. Может, пойдем прогуляемся в ущелье Феникса? Ага, сейчас. Ты же знаешь, что там живет всемогущий Феникс? Ну, да. Может быть, там они поймут, как они хорошо дружат. Ну, я не знаю, я там никогда не гуляла. Так, дети, так давайте побыстрее пойдем гулять, а то я не могу тут находиться. Мам, пойдем? Мамочка, пойдем в ущелье Феникса. Да. Ну, хорошо, согласна, пойдемте. В ущелье. А вот и страшный Феникс. Надеюсь, он нас не тронет. Надеюсь. Ну, это же сказочная птица, она может все что угодно сделать. Ну, полагаю, тоже. Как ты мне надоела? Ты мне тоже! Ладно, побежали. Вау, как тут круто. Вау, да. Тут такая вода, тут даже есть такое, как озеро для него. Ой, да, для этого Феникса. А побежали дальше. Наш мам пусть пока тут будут. Да. Ура! Ой, как тут весело. Эй, иди сюда, здесь клево видно. Тут очень клево. Короче, тут здесь круто. Бегу. Да. Круто. Ой, моя пони не стоит. Да, здесь красивый видок. Но тут долго гулять нам не советовали. Помнишь, в школе говорили, что Феникс может утащить? Это все ложь. Здесь, в принципе, крутой видок. Ну, может быть, пойдем к маме? Согласна. Ой, моя пони. Беги быстрее сюда, искорка! Чё, блин, чё? Чё так орать, а? Я ж упала из-за тебя. Посмотри наверх! А-а-а! Доченьки, убегайте! Нас схватил злой Феникс! Вот он. Ой, быстрее, бежим. Нет, стой, как убежим? Мы должны наших мам спасти. Злой Феникс по традиции свою добычу съедает. Девочки, бегите, не думайте об этой ерунде. Быстрее бегите, спасайтесь. Этот Феникс злой. Вот. Вот он сидит, сторожит их. Нам надо быстрее придумать, как освобождать их. Зачем? Ну как зачем? Они же наши мамы. Они сказали убегать. Трусишка. Надо придумать, как же их освободить и как же Феникса отвлечь. Ой, какие-то штучки. Это лакомство для Феникса. Мы его должны отвлечь и быстро забрать наших мам. Согласна. У меня есть план. Феникс, ты не хочешь? Смотри, какая вкусная какое вкусное лакомство. Посмотри, хочешь? Помогите! Доченьки, мы же говорим, бегите отсюда. Он меня чуть не взял. Так, тогда лакомство отбрасываем. Нужны современные способы. Как же нам
этого Феникса, блин. Я не знаю, что с ним делать. Вот он, смотри, сидит и сторожит наших мам. Я к нему подбиралась, он как прыгнет на меня. Ой, страшный какой. Ну, это же волшебная птица. А ты что думаешь, он же тебя мог, как и наших мам, к себе в логово затащить. Да, нелегкая работка. Так, пока пусть Поля тут будет. Нам надо придумать, что бы делать с ним. Но это все же птица, а обижать ее нельзя. Да, я понимаю. Я это прекрасно знаю, у него тут прекрасное логово. Девочки, мы же говорим, бегите. Мама, не надо, мы знаем как. Этот волшебный феникс может делать все, что угодно. Мама, что с тобой? Вот смотри. Он их заколдовал. Он же может заколдовать их по-любому. Он сделал так, чтобы они не смогли говорить. Так, 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 думаем, думаем, думаем. Так, давай сейчас побежим быстро домой. У меня есть книга о Фениксе. Я знаю, мы можем спасти наших мам. Мама, вы держитесь, мы сейчас вас спасем. Они, надеюсь, поняли. Побежали.